Спасибо вам огромное за помощь и терпение. Лекарственная терапия при меланоме кожи. Слушайте, ну правда, увлекательнейшее дело, но мне Замира Ахмедовна рассказывала, что нас слушают не только онкологи, но еще и дерматологи. Поэтому вместо вступления я бы хотела сказать, насколько дерматологи, дерматоонкологи, да, сейчас новая специализация, насколько вы нам нужны, не знаю, мы вам нужны или нет, но вы нам точно нужны, потому что одно из исследований проводилось давно, конечно, но все-таки. Они посмотрели, кто чаще ставит диагноз. Да, конечно, тогда, может быть, все меньше было первичной диагностики меланомы в онкоучреждениях, но все-таки. И они говорят, что дерматоонкологи чуть ли не в два раза чаще, да, ставят более правильный диагноз, поэтому наша командная работа, мне кажется, она очень важна. Лекарственное лечение меланомы. В рамках темы конференции, а у нас день диагностики меланомы, вроде как хочется больше акцент сделать на ранние формы. Ну, вы их обсудили, да, и выяснили уже, и подробно рассказывали о том, что есть хирургическое лечение, которое в зависимости от стадии дополняется биопсией сторожевого лимфоузла, и это здорово, когда клинический онколог, ну, типа меня, да, не нужен. По крайней мере, мы повлиять на это еще не можем. Да? Данных о том, чтобы вторая стадия меланомы, например, вторая А, да, чтобы мы могли бы как лекарственной терапии ее скорректировать, прогноз ее общей выживаемости, там, безрецидивно, пока нет. Если мы говорим в дальнейшем, например, с третьей стадии мы удаляем, да, меланому региональный лимфоколлектор, и вот здесь пойдет речь о так называемой адъювантной или профилактической терапии. Четвертая стадия. Изредка бывает, что ее можно удалить, да, особенно если это этапами возникало, потому что меланома – это одна из таких, ну, может быть, уникальных болезней, когда адъювант бывает в судьбе пациента несколько раз. По поводу, ну, например, второй стадии мы обсудим, да, как там бывает, да даже третья стадия с учетом особенностей лимфоттока, да, и если там по центру тела, то может быть и вправо, и влево, то и то будет регионально, тоже бывает несколько раз. Но когда? И поэтому и удаляем иногда четвертую стадию хирургически, и это тоже очень здорово, когда это возможно, да, и меланома. Пусть мы имеем потрясающие успехи лекарственной терапии и обсуждаем неоадъювантную лекарственную терапию, но все-таки действительно хирургический метод является одним из самых важных, если можно удалить все, при четвертой стадии мы это делаем. Если нам нужна все-таки, да, невозможно все удалить, а даже если удаляем, то это будет условный адъювант, то, что называется так в мире, да, адъювант по поводу четвертой полностью резицированной стадии, мы определяем RAF-мутацию. Это обязательно, это как паспорт опухоли, то есть без нее, ну, не надо двигаться. Да, конечно, есть варианты, если уж прям какая-то там катастрофическая ситуация, утерянные блоки, что-то еще, то можно, конечно, взять терапию, которая будет действовать вне зависимости, но по-хорошему RAF-мутация – это критично, важно и так далее. Без нее мы не двигаемся. И назначаем лекарственную терапию. Ну, давайте начнем с адъюванта. Адъювант, то есть профилактика, мы тоже должны понимать. Да, это философский момент, мне даже кажется, здесь включается. Ведь часть пациентов мы делаем профилактику зря, потому что, ну простите, она им все равно не поможет. Части пациентов мы делаем профилактику зря, потому что они хирургическим лечением, в общем-то, уже поправились. Но вот за счет разницы, которая дает между вот одной и второй группой пациентов, которые переходят, да, в тех, кому не потребуется больше никакая лекарственная терапия, и к врачу они будут приходить только в гости. Вот ради этих пациентов мы и делаем профилактику. Кто эти люди? Ну, на данный момент хотелось бы нам очень знать, но нет. Да, мы делаем всем и будем надеяться, что пациент попадет в ту группу, которая как раз вот перешагнет из тех, кому не помогаем, в тех, кому мы... Как это? Насильное причинение добра, да, как я иногда говорю. Адъювантная терапия. Что у нас есть? У нас есть иммунотерапия и таргетная терапия. Немножко остается интерферон, скажу два слова. И, ну, клинические исследования, как мы иногда рассуждаем, да, если есть такая возможность, это для пациента остается благом. Сейчас, может быть, этих благ, не знаю, как у вас, да, но как-то все меньше и меньше, поэтому будем опираться на те стандарты, и, слава богу, у нас есть. Про интерферон. Смотрите, в
Интерферон на данный момент в Российской Федерации единственный зарегистрированный препарат при второй БЦ-стадии. И можно много его ругать, но первый момент, он есть в Минздраве, да, не назначение интерферона будет, получается, не выполнением рекомендаций Минздрава. Ну, так, да, ситуация не очень хорошая. И все-таки, когда говорят, что он работает, не работает, множество исследований, да, показывает, что нам сложно найти тех пациентов, у которых работает, но мы точно понимаем, что пользу основную будут выигрывать те, у кого есть изъязвление первичной опухоли. И вот здесь, да, в основном, конечно, мы, ну, будем назначать при второй БЦ-стадии. Интерферон, кстати, остается как запасной вариант. Если вдруг как-то так сложилась судьба и невозможно по каким-то причинам назначить другую терапию. Хорошо. Интерферон обсудили, да, ставили на вторую стадию, ну и на крайний случай вторую стадию с изъязвлением. А вообще выбираем мы между одной парой таргетной терапии, это брифенебом, трametinib, да, вместе назначаются, и ниволумабом, и пембролизумабом. То есть у нас получается иммунотерапия и таргетная терапия. Конечно, если у пациента нет BRAF-мутации, понятно, только иммунотерапия, но как быть, если у пациента есть BRAF-мутация? Ведь это категорически разные подходы. Да? И для клинических онкологов явно вот эта таблица может быть инструментом в принятии решения. Да? Потому что мы смотрим на безрецидивную выживаемость, которая вроде как у таргетной терапии побольше. Мы видим, что у некоторых препаратов, например, пембролизумаб до сих пор не доложена общая выживаемость, а у добрифенибо-трametinib и ниволумаба, в общем-то, ну, нумерически, понятно, что мы не можем напрямую сравнивать эти исследования, да, общая выживаемость похожа, тогда вроде как, если общая выживаемость похожа, получается ощущение, что равноценные препараты. Но, как это, помните, мы, когда сдаем экзамены, мы же, наверное, не зря сдаем философию, да, и мне кажется, иногда мы погружаемся в такую какую-то, не знаю, дискуссию между собой или самим собой, когда ты пытаешься понять, когда есть несколько правильных решений. Вот здесь любое из решений, которое вы примете, по-хорошему будет верным. Наверное, у нас сейчас все больше пациент-ориентированного подхода, и мы можем учесть пожелания пациента. Они иногда хотят уехать куда-нибудь, они иногда, наоборот, нуждаются в таком бдительном контроле, и поэтому будут приходить, лучше вот на них смотреть, да, все бывает. И поэтому, может быть, для кого-то важнее, например, да, чтобы не было токсичности, ну или минимизировать ее, насколько только это возможно. И тогда мы на этом основании будем выбирать терапию. Если же мы выберем как врачи сами только, да, если пациент скажет, доктор, решайте, может быть, смотрите, если при прочих равных общая выживаемость у нас примерно складывается впечатление, что она похожа, но что мы знаем? Да, мы же боремся за самую светлую часть судьбы пациента, да, в диванте. То есть это свободное от болезни состояние, вот этот период жизни. И, наверное, вот, конечно, выживаемость без сомнения важна, это является, да, нашей целью и задачей, но отодвинуть прогрессирование заболевания очень ценно, да, потому что там уже немножко будет, ну, по-иному складываться, да, вовлеченность пациента в приход, уход к врачу и так далее. И поэтому вот здесь, если мы сравним, например, однолетнюю безрецидивную выживаемость, вроде как выиграет таргетная терапия, причем так сильно. Конечно, еще раз, там, не надо там, делать какие-то ну, прямых сравнений, нам никто с вами не даст, это нам было бы слишком очень удобно, да? Никакого удобства не будет, да? Но нумерически 88% на таргетной терапии против 71-75 на иммуноонкологии. Может быть, это будет доводом в принятии решений выбора в пользу таргетной терапии. Если мы говорим о метастатической меланоме, у нас в основном мы говорим, опять же,
выбираем между иммунотерапией и таргетной терапией. Остаются, как вариант, клинические исследования, это тоже, опять же, чудесно. Химиотерапия, мы, конечно, максимально ее немножко отодвигаем, но не то чтобы прям совсем. Она иногда является чудесным мостиком между двумя видами лечения. Да? Иногда действительно мы ее назначаем, и не надо уж прям совсем ее так вычеркивать. Но, конечно, ну, не в первой линии, да, надо прилагать все усилия, чтобы это никаким образом не происходило. Поэтому в основном будем выбирать между иммунотерапией и таргетной терапией. А еще бывает, ну это, конечно, 15 минут не уложить, бывают те ситуации, когда мы боимся, знаете, как я бы это описала, когда вот говорят, вот вы складываете все яйца в одну корзину, это если мы таргетную с иммунной объединим. Ну, можно и так сказать, но есть иногда ситуации, когда вы понимаете, что второго шанса может не быть. И вот тогда, возможно, стоит реально все средства попробовать в первую линию. Тоже два слова об этом скажу. Как же нам выбрать, в принципе, хотя бы между таргетной иммунотерапией до того, как мы решили, что надо все вместе сложить? Ну, давайте думать, да? Ну, во-первых, определяем BRAF-мутацию. Надо понимать, что пациенты с наличием BRAF-мутации – это более агрессивно текущие пациенты. С другой стороны, тоже надо понимать, что если у вас есть назначить возможность таргетную терапию, то вы, получается, как будто бы нивелируете эту агрессивность. Ну, вот. Но благоприятный исход без назначения, наверное, таргетной терапии здесь вряд ли стоит ожидать. Итак, вот у нас с вами есть пациенты. Вот пришло несколько пациентов к нам на консилиум или на консультацию, и мы начинаем смотреть, что же для нас, ну, наверное, будет каким-то моментом, таким, знаете, важным в принятии решения, на что мы будем опираться. То, что я сказала уже, как минимум, BRAF-мутация есть или нет. Честно, я, ну, говорю, что педель нужен бы. Да, там мы будем выбирать между моноиммуно и комбинированной иммуно. Не дискредитирую, да простит меня Евгений Наумович, потому что он против определения, потому что я так предполагаю, да, что переживаю, что мы будем дискредитировать, вообще не назначать ни в коем случае при вот выборе между моноиммуно или двойной иммунотерапией. Или, например, если есть пациенты с поражением головного мозга. Сразу скажу в двух словах, если есть поражение головного мозга бессимптомное, мы тяготеем к двойной иммунотерапии. Если оно симптомное, к тройной, то есть к иммунотаргетной терапии. Ну, это если кратко так, знаете, пытаться какие-то развилки чертить. Ну, и как это, хочется пошутить, сейчас вот эту таблицу мы с вами планомерно каждую циферку тут сравним и разберем. Ну, конечно, не будем, но опять же, для клинического онколога эта таблица будет каким-то аргументом в принятии решения в том числе. Это на слайде представлены показатели, там, медиана времени без прогрессирования, общая выживаемость, 2-3-5-летние и так далее, для практически всех вариантов вроде бы собрала, да, из тех, которые сейчас зарегистрировали. Важно ли это? Важно. Ну, это такая дилемма на весь мир о том, как напрямую, не то чтобы сравниваемые показатели, как сделать выбор. Ну, давайте мы посмотрим на пациента, может, он нам поможет сделать выбор. И зная кинетику ответа на иммунотерапию и таргетную терапию, да, я напомню, иммунотерапия действует медленно, но долго, если повезет, да, если пациент попадет в иммуночувствительную, скажем так, часть популяции. А таргетная терапия действует быстро, но, в общем-то, ее эффект чаще всего конечен, да, редко бывает. И поэтому пациента, конечно, надо еще смотреть. Да? Заочные консилиумы, я бы назвала заочный консилиум это зло, ну, для примера выбрала, да, вот, например, внутрикожные очаги, мы все время думаем, ну, это даже благоприятный какой-то, да, процесс, в общем-то, только поражающий кожу, да, а если вот на эти знаменитые картинки, облетевшие весь интернет, то есть, ну, объем опухоли я бы еще все-таки добавила к, помимо прогностических каких-то, да, поражений органов, там, включая печень, головной мозг и так далее. Объем опухоли и понимание, что мы боремся либо за ближайшие дни пациента, да, либо мы можем дать медленно действующую терапию, которая успеет. Поэтому получается, что
такой, скажем, безапелляционный, где мы даже не будем особо колебаться, ответ пациента, когда мы назначим таргетную терапию, это под наша палочка-выручалочка таргетная терапия, да, это пациент, BRAF мутированный, понятно, да, у которого высокий ЛДГ, большой объем опухолевой нагрузки, большое количество сайтов метастазирования, симптомные метастазы в головной мозг. Это, ну, действительно такой вот, когда нужен ответ здесь и сейчас. Да? Во всех остальных вариантах нам придется опять философствовать. И вот тут такой вопрос, что вы предпочитаете? Да? Если на левую часть слайда мы посмотрим, что мы таргетной терапией ближайший год-полтора, да, где-то почти, ну, к двум меньше, полтора, да, мы большую часть пациентов удержим без прогрессирования, а иммунотерапия, да, она не удержит столько пациентов на первых годах, но тех, кого удержит, она удержит долго. И это вот, ну, опять же, часть философии. Стоит ли комбинировать терапию, ну, иммунную с таргетной? Очень интересный вопрос. И пока, конечно, прям идеального алгоритма, кому мы что дадим, нет. Но есть, вот как мы до этого описали, портрет, кому точно таргетную, даже не обсуждается, да? Примерно так же вырисовывается портрет для тройной комбинации. Это, опять напомню, симптомное поражение головного мозга, когда вы... Причем не только симптомное поражение головного мозга, сразу скажу, да, а еще и большой объем опухолевой массы. Когда вы вроде как, вот эти пациенты, кому вы назначили таргетную терапию, если вы видите, что вы взяли под контроль симптомность процесса, если вы справились с осложнением основного заболевания, какими бы то ни было, да, вы ушли, например, от кортикостероидов, которые должны пациенты получать при симптомном поражении головного мозга, но именно они снижают эффективность иммунотерапии, если вы ее назначите, но вы от них ушли. И вроде как уже пациент у вас переходит в такую группу, когда вы хотите подумать чуть-чуть побольше о более длительном его будущем. И вот здесь нам как это, в помощь тройная терапия, которая может увести. То есть это та ситуация, когда вы можете назначить тройную терапию, не назначая тройную терапию. У вас есть время, потому что в особенностях этой терапии что? Это очень чудесно, спасибо большое за то, что кто это придумал, прям молодцы, правда. Ну, вот, потому что первый месяц вы назначаете только таргеты. Вообще можно даже два, по-хорошему три, но два-то точно. Вы два месяца смотрите за пациентом, ну, месяц-два. И если вы его выводите, еще раз, выводите от кортикостероидов, от симптомности, от объема опухоли, вот так тем вы будете подключать. То есть есть вторая точка принятия решения, да, где вы можете скорректировать. Поэтому, наверное, да, мы с вами разделим на выбор в первой линии между таргетной терапией. Если пациент таргет для симптомного процесса, мы выберем пациента, для пациента таргетную терапию, переведя симптомный, ну, в почти бессимптомный или меньшего объема, мы можем дать тройную. Если же пациенты не настолько тяжелы, конечно, двойная иммунотерапия – это терапия, показывающая на данный момент самые лучшие показатели, если нет всех прочих факторов, которые я сейчас перечислила. Не все пациенты на самом деле, конечно, попадают, и не всех нужно именно так назначать. Два слова о том, что мы тоже можем выбирать таргетную иммунотерапию в зависимости от нежелательных явлений, которые мы ожидаем. На иммунотерапии, это вот то, чем я сейчас частично занимаюсь, ну, сколько мы всего уже вроде как знаем об этой терапии, вот наше учреждение у нас один из тоже огромнейших опытов, мы тут считали 16,5 лет, представляете, назад, да, мы первый иммунопрепарат вводили. Ну, вот, и вот все эти 16 лет мы вроде как копим опыт, я рядом с ним тут тоже коплю опыт, и, конечно, нам чуть-чуть понятнее становится, но порой мы понимаем, что, разбудив иммунную систему, да, нам немножко сложнее ей управлять, она может любой орган атаковать. Таргетная терапия, учитывая, что она имеет точку, и она имеет, ну, назовем это, ну, это не дозозависимость, конечно. В общем, прекращая таргетную терапию, да, вы уже даже этим можете, да, проконтролировать нежелательное явление, да, его улучшение. Это, например, для пациентов, которые хотят куда-то уехать. Потому что ввести бимаб с ниволумабом и отпустить пациента далеко можно, но нежелательно. Вот, поэтому здесь будет терапия выбрана такая. И чем хочется приободрить тех, кто в чудесной компании собрался, между прочим, да, скрининг – это не самое простое, как это…
дела, и в меланоме он показывает именно, ну, как такового скрининга, да, который был вот как при раке легкого, или там рак шейки матки особо нет. Вот. Но мы на самом деле должны понимать, да, что мы работаем в коллаборации с пациентом. И порой действительно нам говорят, что верят в наше мастерство. Мы же молодцы тоже, да, когда нету столь смелого, когда самый смелый хирург — это клинический онколог, да, иногда нам так говорят, верим в метод. Вот. Ну или можно, например, тоже периодически поддерживать пациентов, которые к нам приходят, и это тоже очень важно, потому что разговором, успокаивая пациента, что у него все хорошо, мы тоже им помогаем. Спасибо за внимание.